Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Это шкарлупский трего. А мне семечек. А мне. Ребят, сейчас, короче, подъехал к помойке. Такой, смотрю, тут сундучок такой под инструмент. Стою, лутаю его, думаю, брать, не брать, он поломанный. А потом такой голову поворачиваю, думаю, что за курточка? А потом сюда смотрю. И я так обосрался, ребят, я так испугался. Мне словами не передать, как мне было страшно. Я увидел своего злейшего конкурента, бомжа. Даже не знаю, что с ним делать. Да что с ним делать, пусть сладко спит. Помоечка его, видимо, накормила, поэтому он спит очень сладенько, ребятки. У него тут бухлишко, вот он кушал, смотрите, это его поляна тут накрыта. А я, получается, залутал его находки. Но напоследок, ребят, прежде чем уйти, я подумал, что я могу ему подарить. Нет ничего лучше, чем подарок для такого человека, конкурента. Это пропуск мусорным бакам. Вы, кстати, заказать их можете в моей группе ВКонтакте. Оставлю ему свой пропуск. Он ему точно понадобится. Ну а ссылочка на пропуски к мусорным бакам в описании, ребят. Покупайте. Их достойны только истинные лутатели. Ну и бомжи. Ну а так это прикольный очень мерч. Ой-ой-ой-ой-ой, лодочка какая аппетитная. И лягушечки квакают. Ох ты, там такая это, знаешь, крыса, сука, ебучая, блядь. Она чуть на меня не прыгнула. Она вот тут с бака вылезла и побежала по кромке. Я боюсь в бак залазить. Пацаны, у меня джекпот. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто-то развлекался. Я думаю, она еще побегает, вот эта темка. Ребятки, обязательно ставьте лайк на этот шикарный видеоматериал. А мы нашли вот такую благодать для мужских утех. Вот так вот пальчиком прикрою. Там столько дырочек, что просто мама не горюй. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, испытывать вот эту тему не хочу, но продам ее. У меня есть клиенты на такие товары. Ребятки. Где Диме? Где Диме? Где Диме? Так, посмотрим, где крысы тут тусуются. Нифига. Пацаны, а тут плазменный телек. И его обоссали. И хуй класть. Он весь в моче, но плата, кстати, на месте. Чувак, да то не надо в машину, он воняет, я тебе говорю, саньем сильно. Машина провоняется. Да это и не брендовый, не Samsung. Ребят, в последнее время помоечка очень много дарит находок, но таких легендарных находок я не находил уже 2 года. Вы точно офигеете, но я решил Димочке сделать сюрприз и эту находочку, которую хочу показать, спрятал на дереве. Дим, вот на том дереве сходи, принеси топовую находку всех времен. Хорошо, сейчас принесу. А что он говорит, вообще не слышно. Ты что, забыл микрофоны новые одеть? Блин, походу да. Ты что, гонишь что ли? Я недавно купил Holy Land Lark M2. Новые микрофоны компактные. Давай оденем их, чтобы слышно было нормально. Дубль 2. Все, запись идет. Все, одели микрофоны, теперь будет все четко. Дим, в общем, это топовая находка, легендарная, за все вообще времена. Вот там на дереве. Сходи, возьми, пожалуйста. Сейчас, хорошо, принесу. О, нифига себе, это утюг что ли старый? Какая же это штоповая находка, это ж хлам. Дим, ну поаккуратнее, блин. Да, удивленный. Да слышишь, какая это топовая находка? Это же утюг. Так это необычный утюг, ты посмотри какой он. Он очень старый этот утюг. И классный. В общем, ребят, погнали, я вам покажу, что же за микрофоны я себе приобрел. Потому что сейчас звук на них и качество просто отменное. Дима ушел брать этот утюг, и его было слышно прекрасно. Ребят, вы уже слышали про компанию Holy Land. В прошлых видео я про них рассказывал. Так вот, в этот раз я тоже не смог устоять и купил себе компактные микрофоны Holy Land Lark M2. Фишка этих микрофонов, в первую очередь, это в компактности. Потому что они размером, как 5-рублевая монетка. Ребят, представляете? И их вообще незаметно. Я одел ветрозащиту. Кто может подумать, что это микрофон? Даже непонятно. Просто меховушечка какая-то. Может, это стиль такой. Второе, почему я их выбрал, это автономность.
они могут проработать 10 часов от одной зарядки, представляете? А если подзарядить на полностью этот кейс, то они могут проработать аж целых 40 часов съемки. Третье, это простота использования. Их можно подключить как и к айфону, так и к андроиду, так и к камере. Есть 4 варианта комплектов. Я себе взял комбо-комплект, чтобы не ограничивать себя ни в чем. Я могу их подключить и к камере, и к андроиду, и к айфону. А есть еще комплекты специальные для айфона, для андроида и для камеры по отдельности. А еще у этих микрофонов высококачественный хай-фай звук 48 кГц 24 бита. А еще, Дим, этими микрофонами очень легко пользоваться. Есть приложение Lark Sound, с помощью которого можно настраивать на этих микрофонах шумоподавление, регулировать, применять всякие настройки. Там функционал довольно-таки большой. Но мы, ребят, обычные пользователи. Мы с коробки их достали, воткнули в телефон. И у нас прямо сейчас с коробки все отлично работает. И качество звука обалденное. Звук просто бомба. А еще у этих микрофонов есть вот такие стикеры, которые можно клеить прямо на микрофоны. Вот, допустим, белые под белую рубашку, либо черные под черную толстовку. А на самом деле это стикеры для того, чтобы беспалевно можно было снимать. Да. Чтобы люди думали, что это значок. Так что, ребят, если вы хоть раз в жизни задумывались о том, что вам пора купить микрофоны, я думаю, сейчас настало самое то время. Потому что данные микрофоны появились на рынке России, и уже прямо сейчас можно их купить по ссылочке в описании. Уникальнейший продукт, высококачественный и за адекватные деньги. Поэтому залетайте и покупайте микрофоны Holy Land Lark M2. Звук просто бомба. Вторая закрытая помоечка. Посмотрим, что у нас здесь будет в этом сундуке вот таком огромном. Опа. Пауэрбанк. У меня тут пауэрбанк выпал. Пауэрбанк. Так, пауэрбанк вот такой вот. А ну, рабочий, непонятно. Возможно, да. Тут еще всякая техника. Нифига себе, ребят. Тяжелая коробка от Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Ебать! Чувак, у меня тут ебейший вынос с хаты. Я Samsung достал. О, знаем мы такие. Подожди, может это... настоящие, а то мы часто находим эти подделки. Прикинь? Охренеть. Слушай, это не похоже на подделку. Да? К сожалению, это паль. Блин, он не включается. Он на Type-C-шке, ребят. Можно посмотреть камеру так? А? Можно заценить его камеру? Подожди. Подожди, да я долутаю на азарте, Дим. Давай, да. Кайфанет. Охренеть. Ого, часики какие в этом выносе. Косметика всякая. Женские часы кварц. Слушай, я не думаю, что это какой-то бренд, но прикольные часики. Ребят, короче, я просто в шоке. На, Дим, рассматривай его. Я запрыгиваю еще в бак смотреть. Капец, да? Да нет, к сожалению, это паль. Ну да, видно, вот эти линзы большие вроде, а вот эта маленькая. В Ориге точно такого нет. Так, ну тут с этого пакетика еще посыпалось всякое. Может там еще есть пару телефонов. Вот еще оттуда же выпало. Что это такое? Фрезы в наборе, аппарат для маникюра. Так, что здесь? Ха, мини-кальянчик. Вот это прикольная находочка, ребят. И наушники беспроводные. Смотрите, какой карманный прям. Вот это я в сюрприз-бокс положу. Мини-кальянчик. Он вообще новый, кстати, в пленках. Опа. Пусто. Опа. Эйр, клиторалка женская. Но ее тут уже нет. А вот тут чуть-чуть косметики. Ну, такой бибный. Шанеля тут нет, Эйвон один. Такое неинтересно брать. А вот это что у нас такое? Ага, это велосипеда какого-то, походу. Опа, коробка от AirPods'ов. Блин, даже проводка не оставили. Жаль барабана. О, шортики. Кому из пацаны вам надо? Форвард. Новые. Новые форвард. Окей, возьму себе реально. Опа, ножичек. А, он заклеенный. Пепеля. Так, ребят, я залазю тогда. Главное жопу не разодрать. Задеру помоечку, как гиена. Опа, не зря полез. Термопоть. Только без крышки. Термопоть. Крышки, прикинь, нету.
Опа. Ого. 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 В баночках. Ой-ой-ой, доктор Дизель. Доктор Дизель. Прикинь, что это такое? Манго, маракуйя, напиточки, держи. Ой, это алкоголь. Это алкашка. Алкашка? Да ничего страшного, тут целый пакет. Ой-ой-ой-ой-ой, там смотрите, ребят. Это все доктор Дизель? Ой-ой-ой, тут еще вот он такое есть. Года. Охота крепкая. Оно просрочено до 22 года. Ну ничего страшного. Я думаю, переживем. Там еще охота крепкая. Ой, что-то вылилось. Вот джин-тоник вылился. Прикинь, это, наверное, с магазина украли. Охота крепкая. Да, на, Миш, принимай добро. Потом. Не зря в бак залез, ребятки. Слушай, это мне понравилось, до дна бака рыть. Походу, сейчас будем заниматься раскопками. Каждый бак до дна дорывать, да? И так вот такие вот подарочки вытягивать. Ребятки, зацените, Миша навыбирал уже тут сколько. Помоечка. Охота крепкая, жатайский гусь, джин и тоник, дизель. Вот это манго маракуйя, вот это интересно. Вот это интересно. Это для Валечки. А Валя не пьет охоту крепкую. А, можете не брать даже. Она не будет пить. У нас есть те, кто выпьет. Есть? Говноеды, так скажешь. Ребят, хочу Диму порадовать. ВК, в общем, подписчик мне записал голосовое. Послушайте, какое содержание. Диме! 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 Алло, я тут. Где Диме? Ребят, мы решили поступить грамотно. Вдруг это пить вообще нереально. Поэтому Миша взял один вот такой вот доктор Дизель и будет его дегустировать. Потому что вдруг этому всему жопа. И ну, это да, смысла если, вообще брать нет. Если это моча уже за столько времени, то ну, смысл, посмотри там, срок годности до 20-го, до 15-го, 12-го, 22-го. Ой-ой-ой, аж муравьи поразбегались. Сперва понюхать. Только глоток сразу не делай. Я сперва в рот наберу. Чё? Все... Там оно уже запечатано было. Пенится, я смотрю, хорошо. Как по вкусу? Ну, как сок прям такой слегка алкогольный. Сейчас расскажите там ваши ощущения. Залпом ебу его. Опа, помойка спаивает, Миш. Смотри аккуратно, не увлекайся. Ну, лутация, думаю, будет поприятнее, да? Угу. Хорошо, берем. Проверка пройдена. Подъехали к кормилице. Это она так глохнет. О, заглохла. Дизелем, как дизелем, да? Ой, перчатки забыл. Что ж это я так непрофессионально. Я приобрел себе другой аппарат, потому что четверка задолбала все мозги мне ебести. Сука, я хуею, блядь. Да что, блядь, за хуета ебаная? Как на этой хуйне ехать? Взял такой Volkswagen B2. Старый очень. Пацаны уже налутали сковородочку. Дима уже дерет во всю кормилицу. Так, а я перчатки только одеваю. Опа, аж кудишечка. О, о, блюшечка. Это подик блю. Старый очень. Блю. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, вот тут можно золото найти. Еще одну ашкудишечку нашел. Смотрите, какой брелочек. Вон еще ашкудишечка. Одноразка запечатанная? Да. Охренеть, прям в пакете. Да, это... Охренеть. Охренеть, запечатанная новая на 2500 тяжек. Еще одна новая. Это мне... А вы не курите ашки? Нет,
Ну и правильно, давай. Будете здоровее. Прикинь, 650 рублей она стоила. Аж кудишечка вот эта. Вот эти мини. Вот эти мини. Так, ну, едем дальше, ребятки. Так, кормилица здесь, подъезжаем. Там вижу тряпки, пакетики. Так, что у нас тут? Что тут у нас сегодня в меню, ребятки? Ебать! Ебать! А, квартира. Ебать! Вынос с хаты, с квартиры. Ну что, приступаем? Так. Терочку мне на дачу. Смотри, друшлаг мне на дачу. Стоп, ты не забываешь, что есть еще бак. Да. Что там, Дим? А, стой, отдай. Айджаз, подожди. Да дай посмотрю. Дай айджаз гляну. Ты туда лезь, а я вот туда. Я жижу урвал. Эска, ебать, легендарная айджаз. Там еще вон глошечка. Айкос. Подожди, это Эска? А, это от второго, а бак от Эски. Ебать, это легенда. Айджаз. Как обычно, кнопка не работает у них. А у меня вот это, Айкос старый. Ну такое. Мелочи, но приятно. Жижка, просрок по-любому. О, смотри, провода для Айкоса. Все, блок питания для глошки Айкоса там. Жижка все. Очень старая. Дай посмотрю. Он не работает. Посмотрите, ребят. Айджаз второй. Легенда вейпов. Я помню, находил всякие градиентные вот такие вот айджасты. Ну, короче, первый вейпик. Его можно продать рублей за 300. Стоп, опа. Тут вся хата. Вынос с квартиры, ребята. Вот это мне надо в гараж. Диме. Это же это, подсветка. Смотрите, написано, не открывать, не пить. Вот это вот, знаете, ночная лампа прикольная. Ой-ой-ой, еще пакет с выносом с хаты. Ой-ой-ой-ой. Маска, дай анонимуса. Анонимус. Ребят, еще его покрасили. Ха. Блэк анонимус. Ребят, все забито выносами. Смотрите, сколько хлеба. Там крысы могут быть в хлебе. Так, короче, куда все барахло складывать? Побои рвут конкуренты. В виде хвостатых четверолапых крыс. Хорошая лампа. О, настолка, термос, настольная лампа вот такая. Вздрочнет. Миша вздрочнет. Охренеть, сколько жижи для вейпов, ребят. Они что, все пустые? Нет, там почему? Там везде по капельке. Ой-ой-ой, тут это крысиная помойка. Дим, шуруди, а я тут подсниму. Ебать. Капец, тут сплинтеров. Сука, опасно мне тут стоять на самом деле. Хорошо, Дим, хорошо, научился. Кто твой учитель? Никто, а же кишечник его. Чё там, Дим? Чисто противный большой выдаст хаты. Таким запахом. Ой, фу, вонючий. Фу, какой вонючий. Но тут есть палочки пахучие, ароматные. Тут, походу, недешевые вещи сейчас будут. Недешевая техника, пультик. Кэшбэки. Подожди, подожди. Дима, кайфует. Пауэрбанк в говне? Да нет, спасибо, Дим. В говне? Да. Ого. Колонка китайская. Рабочая флешка. С биткоинами, может. Как она воняет. Короче, она пыталась радио включить, эта колонка. А вот Катя Олимпус, покажи. А, нифига, Дима, смотрите, нашел Олимпус цифровик такой подубитый. А ну, включаем. Нет. Не включается, логично. Акум это есть? Флешка. Флешки нет, акума нет. Но он такой подудроченный. 1500 стоит. За полторашку, Дима говорит, продать получится. Нормальная прибыль, колоссальная, я бы сказал. Так, ребят, впереди помойка. Не знаю, что там будет, посмотрим. Вот так чуть поднабрали бибы. Колонку рабочую, китайскую, нашли. О, зеркальце я бы взял, конечно. А там конкуренты. Во рту фонарик, это я раньше так ходил, прикинь, это столько микробов. Я так тоже делал, бывало.
Опа, вот тут вообще раз помойка, два помойка. Короче, царствие находок. Большой. Да не с мусор до урны, иди обниму. Вот я тебя сам обнял. Так, я не донес мусор, я пришел, чтобы забрать мусор. О, Ашечку выкинули. Вот такую дорогую ваку. Человек не бедный, который это выкинул. Раз может себе позволить одноразку за 1800 рублей. Ай-яй. Ох ты ж. Вот это совок, я понимаю, металлический. Так, а как у Димы тут дела на кормилице? Опа. Что? Дубинка? Да. Нифига себе. Вот это идеально в машине возить. Ребят, вот это Диме повезло, смотрите. Полиция, прям написано. Резиновая дубинка. Ой-ой-ой. Вот эта тема. Стой, у нее два контакта, она с шокером. А как его включить? Да нет, это не шокер. Да не шокер. А что это такое? Это просто наконечник. А, наконечник. Ребята, подходим к помойке. Тут такой вынос, походу, с хаты. Огромный. Ой-ой-ой. Автобиба. Автобиба. Ой-ой-ой. Ой, у тебя этих магнитол. Тихо-тихо, магнитола автомобильная. Это биба, биба, чиназус. У нее нет подусилитель. А что за антенна у нее? Это бибиаврит. Дай ДНС, посмотрю. Блин, старый. ДНС магнитола? Да. Ух ты. Бибиаврит. ДНС магнитола, Blackpunt, Audio X-Bass. Нифига себе. Да что, мне он в эту подойдет. ДНС магнитола, ребят, вообще в хорошем состоянии. Так, еще одна кормилица на маршруте, ребятки. О, ребят, только подошел. Сразу бокс. И видно с техникой. И, кстати, бокс целый. Вынос из хаты вообще прут ночью. Так, что это такое? Какой-то коврик непонятный. Так, компьютерная мышка. Logitech современная, кстати, пойдет. Маркер не нужен. О, это DMX, ролики массажные. Так, это от комаров. Это все надо. Так, маркера не надо. Карты. Карты надо. Блин, коробка, жаль, пустая от Samsung. О, телефончик. Ребятки. LG. Кстати, экран целый. Но сзади все бито. Это старый очень телефон. Оно вдруг включится. Так, что это за USB-шка? Samsung какая-то USB-шечка. Тоже надо. Опа, что-то есть здесь. А, ничего. А, вот. Переходник с Type-C на USB. О, нифига себе. Нифига себе, какой ножик, ребят. Капец, он топовый. Капец, он топовый. Маленький такой, очень интересный какой-то. Ой, шприцы. Ой-ой, это что, марганец? Калий, перманганат какой-то, калий. Так, ладно, неплохо. Забираем вот так прям. Ой, карты улетели. Так, прям с боксом вот так забираю. Боксик мне надо. Там, где боксик с выносом, должен быть еще что-то. Опа! Походу, вот продолжение. Нифига себе, тут целая суперсемейка. Капитан Америка, Железный Человек, там вот это вот все. Долбитые это игрушки. О, с машины по-любому выкинули, ребят. Набор автомобилиста. Так, боксик с тряпочкой микрофиброй. Это у меня есть. Стропа. Ребят, вообще целая. Ну, чуть завязанная. Да и пофиг, у меня как раз нет стропы. Это ж эти крокодилы. Заводить машину, они полностью целые. А, не, почти, кроме плюса. Тут чуть подубитый, но починить можно. Это на лобовое стекло. О, всякое антифриз. Так, антифриз не нужен. Полироль пластика нету. Тут тоже нет. Это что? Полироль для пластика. О, а вот это полбутылки. Опа! Какие-то шмотки. Так, что это у нас такое? Сумочка какая-то. А в ней тюбетейка вот такая. С Турции, кстати. Турецкое все. О, шляпетки. О, нифига себе, фирма Geox. Они кожаные. Geox 42 размер, ребят, кеды. О, это дорого. Ребят, это в группе ВК выставлю. Кожаные вот такие кеды. В хорошем состоянии. Ой-ой-ой, не зря эту коробочку достал. Это их можно продать. 1000 за 3 в магазине, такие где-то 1015. Опа!
Ух ты, а что это? GSM, охрана, тревога, SOS. Ой, сирена, ребят. Нифига себе. Это охранная панель вместе с сиреной. Симка туда вставляется. Вау. Rehunt бренд. Тревога, охрана. Так, это охранная панель. Сигнализация для дома. Так, очередная помоечка на маршруте. Такая вот большая буреночка. Аж целых 3 бака. А ну, осмотрим. Опа. Сразу же часики битые. Не ходят. Чемодан какой, ребят. Мультиварочка с проводом. А это что? А, это для массажа ног штука. Прям в коробке, ребят. А ну, мультиварочка. Капец, тут дохляком воняет. Ой, фу, ебать, это отсюда воняет дохляком. Провод забираю. Не буду ее брать, там что-то стухло, померло. Чемодан вообще не дешевый, видно. Ребят, я в шоке. Ночью столько находок. Капец, чемодан. Прям настоящий саквояж. Вояж, вояж. Колеса все целые. Ручка выезжает. Он прям не дешевый чемодан. А в чем его проблема? Он, походу, не закрывается, мне кажется. А ну. А не, все закрывается. Капец, полностью рабочий. Офигенный чемодан. Такие чемоданы 1000 по 15, наверное, стоят. Ну, минимум 10 тысяч. Это прям не дешевый. Помоечка ебучая. Я тут один раз такой вынос поднял, что я еле его унес вообще. Смотрите, коробка от игрового кресла. Может, типа новое купили, а старое выкинули. Мячик. Ага, конечно. 10 кресел здесь. Ну, давайте осматривать. А, крысы. Ай, крысы. Там их много. Вот что шурудело. Ай-яй-яй-яй. Завелись, сука, и тут крысы. Раньше их тут не было. Капец, я испугался. Они ж могут прыгнуть, укусить, ребят. Кусь-кусь делают крыски. Кусь-кусь. О, лягушка. Ха, нифига себе. Ребят, лягушка, смотрите. Капец, как она сюда попала. Давайте я ее отнесу на траву. А то ее тут раздавят. Или крысы съедят. Вот травка. Лети. Прыгай. Опа. Так, подъехали еще к одной закрытой помойке. Димичка уже готовит ключи, чтобы ее открыть. О, пылесосик, сюда. А где шланг от тебя, мой милый Скарлетт, на 1800 ватт, забитый смерть пылью? Провод в нем есть. Это если что, на медь заберем, если я шланги от него не найду. А вот шланги я пока не вижу. О, а вот и шлангер от него. Вот это хорошо. Ха, нифига, машину так-то подзабили всякой фигней. Пойдет. Пойдет, пойдет. Дверь забыл закрыть. Опа, кстати, ковер. Что за коверчик у нас тут? Ой-ой-ой, какой огромный, ребят. Охренеть. 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 Какой ковер шикарный, ребят. Просто мне в гараж постелить. Просто идеальный. Грузим, конечно. Проверь, проверь. На наличие клопов проверяю. Ну, саны, да и пофиг. Ты уверен? Да, конечно. Для гаража что самое пополам? То. Что это? Таракан. Тогда это наш вариант. Берем. Да, шикарная тачка. Вообще, ребят, посмотрите, сколько там еще места. Просто шикарная машина. Passat B2 с вот такими дырами, ребят. Посмотрите, какие дыры. Вот это в салоне вот все дыры. Кормилица еще одна. Ой, хлебушек. Хлебушек мне не надо. О, а вынос с хаты надо. Опа! Что это? Спортивки Абибас, да? Или Арик? Да не, это Биба. Так, а вот тут что в пакете? Вау, нифига себе. Лапти новые прям вообще с рынка. Вот это, конечно, я заберу на продажу. Не буду отказываться. О, вынос с хаты, капец. Шторы. Вот это очень покупают. И, кстати, они либо стиранные, либо новые. Барабанчик целый. Игрушка. Штаны вообще новые, брюки. Еще штанишки неплохие. О, курточка. Такой бомбер, кстати, вообще как новая. Неплохая. Это на меня. Помойка одевает. Шмотки опять.
свитерок мужской на меня сюда. Толстовочка на меня. Ну да, на меня сюда. Ой, все выпало, ребят. Ну ничего, хуже от этого товар не станет. О, нифига, кстати, смотрите, валяется батарея для телефона кнопочного, две даже. Ключник. О, какой люкс. И сразу тяги. Штатив. Вынос с хаты. Строительный. Это штатив для этого, лазерного уровня. Ну, неплохой, кстати. Well done. Возьмем такой. Опа, стульчик поломанный. Так, что тут еще есть? Пена. О, орешки. Ну, орешки маленькие, наверное, толстошкурые. Ну да, их не разломать. Штативчик возьмем. Метол. И штативчик. Не, на полочке. Опа, тефаль. Напольные весы. Опа, техника. Что это тут у нас? Вентилятор. Опа, пацаны, а вот это сезонное. Вентилятор, ребят, Scarlett Comfort. Возможно, даже рабочий. Я уверен, что он рабочий. Ой-ой-ой, пацаны, попкорн элитный. Это хорошая вещь. Попкорник, попкорнка. Подкормка. Вкусный? Угу. Ну да, я вижу, что он прям свежий. Ну, сливки просто. Да, давай. Смотри. Заберем в машине, похаваем. У Дими бизнес, а это картина? Вау. А это мы ее поставили. Ты какая, сука. Слышишь? Вот эти вот типы, прикинь, прохаваны. Это наши конкуренты самые лютые. Которые вот вывоз хлама пишут. Они, наверное, и по помойкам лутаются. Как они сюда проникли в закрытый двор? Вывоз хлама, вот это грузчики. Ой, ну это совсем детские. Прям на очень маленьких детишек. Ребят, куртка конкурента, это помоечный фартук называется, вот это вот. Обогреватель. Ну да, обогреватель такой инфракрасный с лампами в пакете. Прям так забираю его, продать можно за пару соток. Хотя сейчас не сезон, но все равно могут купить. Какие-то подушки. О, авокадик. Авокадик круглый, драный. Фух, ребят, мне так жарко уже лутать помоечки. Я сейчас подъехал к очень сытной помойке. Здесь часто выносы с хаты происходят. И походу я у этой кормилицы первый. Потому что, смотрите, ничего не разорвано. Даже вот металл есть. Опа, что за бейба? Это что? Это раскладушка? Ребята, раз раскладушка, два, три раскладушки. Три раскладушки. Их продать можно, ребят, жесть. Они целые полностью, современные, походу, с Икеи. Раскладушечки, я их увезу на багажнике. О, вот это я понимаю. Раскладушки эти можно, я думаю, по 1500 продать. Поверх этих раскладушек матрас стелится и все. И спи себе, кайфуй. Они целые вообще? Да, все палки есть. У этих двух точно, а у этой крайних нету. А так две целые точно. Ой, матрас. Что за матрас? Ну такой вроде убитый. Опа, что тут в коробке что-то есть? Вау, нифига себе. Футбольные бутсы вообще хорошие. А, не, убитые. Итак, вытаскиваю раскладушки, проверяю, целые они, нет. А, я понял, что их выкинули. Вот это гнутая слегка. Наверное, они все с косяками, ребят. Вот, допустим, вот это вроде целое. Вот что с ней не так? Почему ее выкинули? Вот, все. Полностью целая раскладушка, ребят. Одна полностью целая. 1500, считай. Так, у этой палок не хватает. Эту брать не буду. А вот эту... О, кстати, с этой можно палки достать и две собрать раскладушки. Сейчас я это и сделаю. А, это да, вот тут поломано. Сейчас я ее как донора буду использовать, чтобы вот эту починить.
Это вообще полностью тоже целое, только у нее палок не хватает. Палки вроде легко достаются, да? Сейчас я вот эти штуки заберу, палки сюда повставляю, две раскладушки, 3000 рублей. Просто изи бабки уже на кармане. И вставляем. Чик-чирик. Так, а вот тут у нас что? Когтеточка убитая. О, тут открыто. Ой-ой-ой-ой-ой. Стиральная машинка. Мощнейший бабушкин ковер. Капец тут находочки, ребят. Ковер я заберу. Топовый. Постелю в гараже. Стиральная машинка. Ребят, полностью в сборе. Маленькая такая. А, вот этой нет штуки, которая порошок вставляется. Барабан как? Да, вообще хороший. Блин, что-то она какая-то... А, тут мозги сняли. И, наверное, меди внутри нет. Ее разобрали, короче. А что у нас вот здесь? О, гладилка. Микроволновка. Ребятки. Это мне в гараже надо. У меня как раз микроволновки нет. Пусть и старенькая, мистери. Мистери бокс. Грязная, но я думаю, она рабочая. Ништяк. Ну вот, ребят, микроволновочка полностью рабочая. Мистери отмыл офигенно. И еще такая тихая. Помоечка дарит возможность еду погреть. Такая, кстати, микроволновка, ну, 1200 стоит на Авито. Ребят, такие ковры, кстати, очень ценятся. Его можно 5000 продать. Это классический советский старый ковер бабушкин вот этот. И походу очень красивый и настенный. И, кстати, жучков, тараканов я в нем не наблюдаю. И это очень радует. Так, ребят, подъехал к сытной помоечке. Вижу, там дверь неплохая стоит. Капец тут баков. Ой, я походу тут буду долго рыться. Так. Ха, рыцарский щиток, ребят. Защищаться от конкурентов. Вот так вот выставлять. Так, а вот тут вынос хаты уже кто-то разодрал. Кто-то тут побывал. Кто-то тут побывал. О, стантер. Это был стантер, ребят. Ого, коробка тяжелая. О, новогодние конфетки. Новогодний подарок чей-то. А ну, они живые вообще? Капец, еще с Нового года кто-то хранил и не съел. То по-любому хорошие конфеты. Забираю прям так в гараж, буду к чайку сладенькое кушать с помоечки. Ну что, ребят, как я и предполагал, этот Samsung не оригинальный, это китайская подделка. Это не S21 Ultra 5G, это China Mina, которая, кстати, на удивление работает. Примерно дня 3 пришлось его дрочить, разные зарядки то вставлять, и он ожил, ребят. Он очень долго стоял именно на зарядке, которая у меня воткнута вот сюда, и он оживился. Я думал, он мертвый, не рабочий. Он рабочий, ребят. И, в принципе, им можно пользоваться. Ну, камера здесь просто, ну, вообще, посмотрите, сколько тут FPS, я даже не знаю. Ну, как-то, знаете, пользоваться можно. И, в принципе, помоечка дарит технику, но иногда вот так подъебывает. Ну, ничего страшного, ребят. Я рад любой полностью халяве. Все равно, ребят, неплохо, что за бесплатно-то. Хотя бы такой телефон получить, это уже шикарно. Что помоечка дарит, ребятки, связь.